Всем большой привет! Сегодня 29 мая 2020 года, и нашим малышам исполнилось 45 дней. У нас очень много новостей произошло. Вчера у нас была актировочка. Все наши дети прошли актировку успешно. Деточки у нас без дефектов. Каждый щенок получил щенячью метрику. Каждый щенок получил клеймо, которое паху у нас теперь вот здесь вот. Так, значит, сегодня у нас по графику второе глистование, подготовочка к первой прививке, которая будет у нас через ориентировочно 2 недельки. То есть сейчас каждый щенок был мною взвешен, это министр Юпитер. И по весу я каждому щеночку буду давать лекарство суспензию Празител. Щеночки, сразу вам скажу, эту процедуру не любят. Хотя лекарство, сиропчик, он сладкий, но очень-очень им не нравится. Они всегда плюются. Вот так вот уже министр. Так, беги, Юпитер. Вот такой препарат Празител. Значит, что вам скажу, за недельку щеночки подросли. Вот министр Юпитер у нас весит 900 граммов, то есть он набрал 100 грамм за недельку. Это отличный набор веса. То есть дали мы ему 0,9 Празитела. Следующий у нас Космос Желаний. Он набрал у нас тоже почти 100 граммов и весит 920. То есть они с мальчиком, с министром Юпитером в одном практически весе идут. Сейчас я найду нашего шоколадика. Ты где тут? Так, вот он наш шоколадик. Вот наш космос, наш кабачок. Дети хорошо кушают. Хорошо кушают мяско. Звездочка, а ну-ка, отойдите. Так, давай, мой зайчик. Ну, некрасиво это все, конечно, выглядит, это давание этого лекарства, потому что все плюются. Вот так, вот так. И побежали плеваться. И побежали плеваться дальше. Так, мы все тебе дали? Все, молодец. Так, следующий у нас щеночек. Он сидит, облизывается. Взбалтываем перед каждым щеночком. Следующий у нас инопланетная звезда. Весит она 772 грамма. Вот наши девочки, совсем вот малышки. Так, это 700, ну, где-то около 700, 0,7 с половиной. Так, звездочка, давай, солнышко мое, давай покажемся. Это солнышко наше, звездочка наша, красавица, девица. Да, сейчас тоже неприятная процедура, хотя, говорю, суспензия, в принципе, сладкая, но дети совершенно не любят ее глотать. Все, пошли облизываться, пошли лизаться. Так, следующий щеночек у нас, ну, то есть, вот по весу, опять же скажу, 772 грамма, это небольшой вес для щеночка в этом возрасте. То есть мы уже начинаем примерно, пока еще совсем рано, но мы уже немножечко начинаем от чего-то отталкиваться. Так, комета любви. Комета у нас 890 граммов. Она набрала 95, да? Да, 95 граммиков набрала. Ну, то есть около 100 граммов щенок набирает. Это нормально, абсолютно. Так, где моя золотая девочка? Давай покажемся. Вот она, я скажи. Это у нас единственный щенок, который уже умеет гавкать. Она, это наша хулиганушка такая. Настоящая. Ну, они все хулиганы хорошие. Так, неприятная процедурка. Ну, тут быстренько капоту. Все, умница, идем облизываться. Так, следующий щенок у нас Венера Таврическая. Это пятая наша девочка, малявушка. Значит, она весит 790 граммов. Со звездочкой они в одном весе. Набрала она 90 граммиков. То есть вот разница, конечно, у них получается теперь уже в 200 граммов. Да, получается. Нет, не 200, а чуть-чуть. Там 100 с чем-то с мальчиками. Но я вам скажу, что и мальчики много весить не будут. У нас есть на что отталкиваться в прошлый, на прошлый помет. И дети больше 200 пока у нас не выросли. Поэтому, ну, может быть, потом возмужают еще. Может быть, 100-200 граммов наберут. Но щеночки
только в этом возрасте кажутся карапузиками, кажутся толстячками такими, но это как раз такой возраст, они такие и должны быть. Так, где наша девчонка? Где наша девчонка? Вот она, наша девчонка. Вот она, наша красавица. Простите, кто там не шлет сообщение. Так, это Венера Таврическая. Она у нас весит 790 граммов. Давай, малыш. Давай, малыш, неприятная процедура. На корень языка. Да, все, идем. Идем чихать и кашлять. Плеваться, да. Вот такая вот процедура. Ну, отдельно я расскажу потом про эту девочку. Это алиментная девчонка. Будет отдельное видео про нее. Она младше наших малышей на 5 дней. Папа тот же, наш мажорик. Вот. Такая вот малышка к нам вчера переехала, а теперь дружит с нашими малышами. Вот, что еще покажу. Малыши вот так вот у нас звездочка залазит в корзину с игрушками и погрызушками. Вот, пьют водичку уже интенсивно. Что тут они у нас еще делают? В лежаночках дедушки и папы очень любят вот тут вот прыгать и даже спать. Вот такие вот шкоды-шкодные. Ну, вот, сейчас свалишься. Нет, уже прыгают. Вот, и давайте на этом я закончу видео, чтобы оно не было таким длинным. И мы снимем новое видео о том, как прошла наша актировочка, и покажем наши изменения.